Здорово, товарищи, с вами Тенорандан. Мы играем Киберпанк 2077. Ты? Да. Дождик. Очень красивый. Может действительно украсть один грузовик. Или по мосту. Это я физзарядкой типа сейчас занимаюсь. Это здесь мне говорили, не надо. Ну вот, у меня нет талантов до этого. Почему я бежать не могу? Шифтом. Пойдем на мост заедем, что ли.
Мне казалось, сейчас все получится, а ну как. Может, на машине к ним заехать? Ворваться. Все скорости громко и... Весело и громко. Я на месте! Да, я слышу. Я просил не шуметь. Ну извините, что-то пошло не по плану. А я их отвлеку. Блин. Сами же взяли и сделали ноги дорогими. Может, нормально было, когда они дешевые были? Я внутри. Хорошо, теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Очки дают. Вообще, когда игра загружается, мне можно по стелсу сыгрануть. Я внутри. Хорошо, теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Такая. Не хотелось сейчас по стелсу. Видимо, меня сразу заметили. Заметили мою машину. Видимо, наверное, все-таки надо машиной их давить. Они пробуют стелс. Я внутри. Хорошо. Она на меня напала! А я пока отвлеку их внимание. Испортили машину. Можно двух задавить, прежде чем машина погибнет. Взорвется.
Я понимаю. Я внутри. Хорошо. Теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Один из 55. Кастует свой перегрев. Меня атакует постоянно. Пистолетом попробую. Быстро, быстро! Надо Джонин пистолет искать. Он гораздо лучше. Стреляю не рукой, а сердцем. Говорю.
черной башни. Бенида. Снайпер. С дробовика. Это почему? Хрена ты по себе попала, дуреха. У них шляпное оружие какое-то. Последний патрон наносит двойной урон. Прикольно. Крит, если не перезаряжаться специально. Она киборг? Что значит она киборг?
вы не киборги. Запрос. У меня что, память кончилась? Трус. Держать строй! Стреляй! Мы были правы. Точка доступа к системам безопасности тут. Хорошо. Чуть не убили. Я еще нассу тебе на могилу. Это похоже на ту рекламу, где Луна ест жвачку. Прямо в сердце. Пистолеты надо лучше. Внутри. Я разберусь. Что там сидит такое? Ты
Блин, вот крыса. Он спасся. Все, я внутри. Ищи самую большую платформу. Пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую систему. Нельзя пожрать сейчас. Не. Ты чё? Вот блин. Это действительно самая рисковая миссия из всех. У меня не сохранилось вот это. Криты. Угу. Самое важное. Осмотр завершен. Все, я внутри. Ищи самую большую плату. Ух ты ж. Это что, стелс? Платформа, пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую системы.
Здесь опасно. Так, враги еще есть. Мне на компасе видно, какие цели надо устроить. Этот наверху. Две цели. Так, одна цель осталась.
На 40 кадрах в секунду она не кажется казуальщиной, эта игра. Играть интересно. Жаль, только 50-60 нет. Не-не. Но можно, только совсем будет низкое разрешение. Все будет выглядеть очень ретроградно. В первом Half-Life, наверное. Что-то заметил. Осматриваю территорию. Что-то заметил, блин. Надо было сохраниться. Надо было сохраниться. Что я буду теперь делать? Мозгов у меня нет. Игра сама сохранилась. Игра обо мне подумала и сохранилась сама. Платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Видишь, полный хаос. Даже крыша понемногу. Ви, крыша, уходи через нее. Рядом несколько зданий поменьше. По ним ты спустишься вниз. Ви, лучше поторопись. Арасака вызвала Ави. Неплохо, Ви. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу. Надо подстелить соломку. Техника 7.
Бронь, чтоб была. Кровотечение продлевается на 3 секунды. Можно взять. Можно короткоствол. Час расплаты. Вероятность критического попадания при списке пистолета револьвера повышается на 4. Угодно. Всем спасибо за просмотр, всем пока.